В Нарьян-Маре отменили традиционные крещенские купания, виной этому установившаяся теплая погода. Такое решение принято сегодня по итогам совещания в администрации Нарьян-Мара со спасательными службами, представителями Нарьян-Марской и Мизенской епархии. В России крещение Господне традиционно сопровождается купанием в прорубях и орданях. В Нарьян-Маре компания «Чистый город» еще 14 января приступила к работам по обустройству купели. Однако, ввиду погодных условий, работы были прекращены. Работы по обустройству места проведения крещенских купаний были приостановлены. В этом году Иордань не будет обустроена, а будет обустроено только место для забора воды. Это вызвано тем, что очень сильно выдавливает воду. Вблизи купели в ночь с 18 на 19 января для обеспечения безопасности будут дежурить служба спасения, подразделение МВД и сотрудники МЧС. В процессе проведения всего мероприятия сотрудники ГИМС будут осуществлять дежурство с целью обеспечения безопасности людей на водном объекте. Однако даже с отменой купаний великому христианскому празднику быть. Крещенскую ночь в Богоявленском кафедральном соборе состоится божественная литургия. Ну а 19 января будет совершен крестный ход на Качгартинскую курью. Богоявление действительно наш кафедральный престольный праздник, сугубое торжество, в преддверии которого я всем желаю помощи Божией, радости, обновления жизни и Божьей помощи. С наступающим праздником! Елена Ванцева, Леонид Шишилов, телеканал «Север».